Ну а перед началом хотел бы сделать итоги конкурса на боевой пропуск. Я его устраивал очень давно, вот сейчас только подвожу итоги. Ну и также я решил запустить конкурс опять-таки на боевой пропуск в этом ролике. Чтобы в нем поучаствовать, вам нужно поставить лайк, подписаться на канал и написать абсолютно любой комментарий по типу вот такого. За инфо будет посмотреть, что да, как надеемся на лучшее. Вот, человек написал абсолютно, ну, не рандомный, а просто комментарий, связанный с темой ролика. И он выиграл сейчас боевой пропуск. Просто написать он должен мне в ЛСЭ куда-нибудь, личные сообщения. Я ему выдам его. Вы тоже можете так получить бесплатно боевой пропуск, просто если поучаствовать. Поэтому желаю всем удачи. Итоги будут в одном из следующих роликов. Ну и желаю вам приятного просмотра. Ну и всем огромнейший привет, и это тот самый необычный ролик, который многие ждали, но не понимали даже о чем он будет. Сейчас же по началу ролика, либо же вот по тому, что видите на своем экране, догадались, и это, конечно же, та самая карта из сайта мини-игры «Сладость или гадость». Ну, в принципе, это можно увидеть даже здесь, написано «Сладость или гадость» карта. И я сейчас нахожусь на этой карте именно в танках онлайн. То есть, вам не кажется, смотрите, я прям управляю танком, я могу с ним здесь кататься, это все самые, что ни на есть, настоящие танки онлайн, просто карта у нас из мини-игры «Сладость или гадость». Конечно, уже давно прошел данный праздник, Хэллоуин и вообще День духов, и эта карта уже пропала из того сайта. Но, к сожалению, только сейчас я смог записать данный ролик. В принципе, можете уже поставить лайк за такую штуку, потому что я это делал очень долго и, надеюсь, не зря. Поэтому сейчас же, смотрите, я нахожусь прямо на этом телепорте, куда меня как бы телепортировали, как бы это странно ни звучало, и теперь я должен пройти эту мини-игру. На сайте это выглядело так. Мы кидали кубик, у нас уже этот танк как бы двигался, то есть сколько там шагов выпало, туда-сюда, назад, вперед, куда-то ехал он. Сейчас же я могу здесь прям абсолютно спокойно кататься, как в игре «Танки онлайн», и в принципе я не вижу здесь препятствий, чтобы пойти уже сразу же кататься. Смотрите, у нас здесь как бы стрелка есть, она нам показывает ехать вот сюда. Ну это, наверное, логично, мы ездим здесь против часовой стрелки, и, конечно, сейчас самая главная проблема в том, что там нельзя проехать. Тут остров кончается, я типа дальше упаду. Но как я должен туда доехать? Тут тоже очень просто. Вспомните, как наш танк двигался на этом специальном сайте. Он двигался у нас очень быстро. Мы делали шаг, и он просто будто телепортировался сразу же на другой остров какой-либо. И вот сейчас же я то же самое могу сделать. Хоп-она. И все. И ничего, там нет никакой пустоты. Ой, точнее наоборот, тут есть пустота, но я могу спокойно кататься. Что я, собственно, сейчас и делаю. Ну, в общем, все, все просто предельно то же самое, как на том сайте. И вот эти вот, смотрите, тыковки, которые у нас здесь находятся. Да, я знаю то, что может быть контрастность или еще что-то здесь отсутствует. Даже, смотрите, здесь видны всякие полигоны, что не было видно на той карте, или видно было, я уже не помню, если честно, но, в общем, вот такая вот у нас здесь есть тыковка, это у нас такой первый остров, мини-остров, и дальше уже можно тоже двигаться, боже, капец, просто посмотрите на это качество, на вот это вот качество всех прорисованных кубиков, которые у нас там подо мной сейчас есть, ну, тыковку я уже не в счет беру, потому что она очень страшно выглядит, некрасиво даже, если честно. Ладно, все, погнали дальше на следующий остров. Тут у нас тоже можно кататься, то есть проехаться можно. Все, вот я на следующем острове. Кстати, да, посмотрите еще вот на небо, вот это вот прекрасное. Вот такое чувство, как будто сейчас вы во сне, и это вам все снится просто. Но нет, на самом деле это все реально. Это реально танки онлайн. Короче, скорее всего, у меня там крит произошел, который у нас здесь очень часто случается, и сейчас даже вам его продемонстрирую. То есть если включить full график, у меня сразу же начнет критовать, и вот, допустим, вот первый включу, вот, произошла ошибка, и вот именно из-за этого сразу же скажу то, что я не смог добавить тут все острова, иначе бы меня просто-напросто не закинул бы на эту карту, а центральный остров так тем более, точнее не центральный, а самый главный остров, последний, тем более я не смог добавить, потому что вот такие вот как раз таки ошибки и мешали. Ну, в общем, у нас следующий остров, здесь у нас могилка, и
и свечки. Только почему-то они у нас не горят. Хм. Погодите. Так, свечка есть сама. Угу. Получается, только огня не хватает. Но посмотрите. Посмотрите, на чем я сейчас катаюсь. На вас пожиги, правильно? Правильно. Так чего мне стоит просто взять и помочь этим свечкам загореть? Ну, загореться, можно сказать. Давай, зажгись. Не, не помогло. Они не хотят все равно загораться. Но прикол в том, что я даже здесь могу спокойно стрелять. То есть, опять-таки, это самые настоящие танки онлайн. Это просто танки, но карта другая. Может быть, просто кто-то думает до сих пор, то, что это просто мини-игра, я как-то ее взломал. Не, мне просто самое главное небо нравится. Вот эти вот розовые штучки. Это как северное сияние какое-то. Так, здесь у нас какие-то тыковки, которые от меня развернулись. И заборчик. Ну, блин, вы, наверное, уже все эти острова выучили. У нас тут вообще только три типа островов есть. Ну, вот этих вот маленьких. И они как бы у нас там повторяются уже. Алло, вы что там развернулись? А, у них там даже рожи нету, как у тыквы на первом острове. Вон там рожи есть, а здесь нету. Не знаю, их тоже чуть-чуть поджарим, покушаем потом. Ну, поехали дальше. Так, здесь тоже спокойно проезжаем. Кстати, да, я здесь даже могу башню вертеть, а она у меня не будет вертеться. Так, это уже повторяющиеся острова. Ну, в общем, погнали, вот так вот проедемся по-быстрому. Блин, это просто жесть. Знаете, когда я вообще первый раз сам зашел на эту карту, я реально офигел, я сидел просто в шоке и смотрел на это все, глаза выпучил. Потому что я думал, что это вообще нереально будет. Но нет, это все реально. И прямо сейчас вы все это видите на своем экране. Вот, смотрите, я могу... Что такое было, как он мне на дыбы стал, на передние колеса. Смотрите, я могу здесь прям кататься спокойно и вообще даже не падать. Ну и в принципе вот такой вот мини-остров, вот точнее мини-карта, потому что на оригинале этой карте намного больше островов. Я уже говорил то, что мне не удалось загрузить все, потому что у меня как раз-таки вот эти крит-ошибки выдавали они из-за того, что слишком много островов и вообще просто очень большая нагрузка. Короче, я зашел в гараж, и смотрите, ну, на карте он почему-то не загружался, вот здесь же я спокойно зашел, и смотрите, вот реально этот же танк у меня сейчас находится в гараже. В общем, я хотел выпить голды, но, к сожалению, не судьба, видать. Ну ладно, ничего страшного, я могу зайти с другого аккаунта и сделать кое-какую штуку. О, 5 золотых ящиков, да ну! Прикиньте, с последнего контейнера. И, кстати, да, я еще хотел сказать, что я прошел эту мини-игру. И нет, я не взял, сейчас просто проехался по этой карте. Я именно прошел ее на специальном сайте и дошел до второго круга. Все ходы и вообще просто, как я проходил игру, я, наверное, вставлю это в конце, потому что там вышло на минут 5-10, наверное. И как бы не хочется это сейчас прям показывать, лучше уж в конце ставлю, и кому интересно, можете просто досмотреть ролик до конца. Но я там получил кризиса и паладин XT. О, привет. Алло. Ты что там делаешь? Иди отсюда. Он что-то как зайчик прыгает туда-сюда. Ладно, поехали дальше. В танках онлайн существует такая волшебная кнопочка, как 6. Мы нажимаем на нее, у нас выпадает голд. Конечно же, это голд у нас из... Где у нас, кстати, он? Вон там, короче, треугольник выпал, вот еще один летит. Кстати, смотрите, там сверху плюс 2. В общем, как-то так это все выглядит. Но у нас здесь лежит еще вот этот как раз-таки треугольник, который у нас дает шаги. И он там еще один лежит. Я их как бы сбросил, как вы, наверное, заметили, как золотой ящик, но выпали вот эти вот как раз-таки кубики. И в принципе... Ой, что с танком? Куда он пропадает? Их можно, собственно, забирать, но... У меня тут криты часто вылазят, поэтому я просто сквозь него пролагиваю. Конечно же, это очень обидно.
упал. Ну вот он выпал, и у нас там даже метка есть этого голда. В общем, все как в танках онлайн. А, метка есть, голд в виде треугольника есть, но брать его нельзя, к сожалению. Я могу так вот снять аккуратненько, и все. Нету голда, нету, все, его нету. Ну, в общем, если бы я его взял, бы мне плюс 2 хода бы дали. Короче, теперь, наверное, самый главный вопрос. Каким же образом это все у нас происходит? Я на этот вопрос даже отвечал несколько раз уже, но сейчас же отвечу, но не скажу, каким же образом. Потому что за это могут банить. Прям реально разработчики могут взять и забанить. Поэтому рассказывать, как это делается, я, конечно же, не буду. Могу только посоветовать посмотреть другие ролики, потому что там, возможно, вы найдете такую информацию. Я там рассказывал, да. Это делается очень сложно, я вам скажу. И поэтому я потратил на это пару дней. На все вот это вот пару дней потратил. Но я надеюсь, очень надеюсь, что вам понравился такой ролик. Если вы хотите видеть больше подобных роликов, чтобы я такие вот снимал, совсем вообще вот необычные, которые вообще никто не снимает, ну, опять-таки по той же самой причине, потому что это запрещено делать, то тогда просто поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Я же, конечно, буду все читать, и, кстати, не забывайте участвовать в конкурсе на боевой пропуск. Да, я все, что хотел, вам показал, вот такую вот штуку. Я вот сам удивляюсь от вот этого. Я вот просто катаюсь, не знаю почему. Тут ничего нет, но я катаюсь как-то. И я скажу вам, это не читы. Вы думаете, ой, фу, читер, как бы я скачал там всякие программы, тут что-то нам показывает. Это не читы. Я не использовал ни одной сторонней программы, которая связана с танками онлайн. Даже если использовал, то они абсолютно бесплатные, абсолютно как бы разрешаются. Короче, в конце сейчас еще вставлю момент, где как раз-таки прохожу эту мини-игру уже прям по-настоящему на сайте игры самой. И просто можете посмотреть, если вам очень интересно, как я ее проходил. Если нет, то в принципе все на этом. Всем большое спасибо за просмотр, всем желаю удачи и всем пока-пока. Запуск. Плюс один. Это типа нормально, или как бы у нас там плюс два может быть? Я, конечно, не знаю, но плюс один первый у нас выпал. Второй. Плюс один. Еще плюс один. А хотя, ну, в принципе, да, тут всегда будет плюс один, потому что он же меня не вернет прямо сюда же. Типа какой-то бред просто будет. Сейчас смотрите, минус два. А нет, тут минус два даже не может быть, он же сюда не может пойти, а сюда не может, потому что там минус один нет. Да, я забыл сказать, то, что у нас, короче, на этом кубике есть цифры плюс два, плюс один и минус два. То есть четыре варианта. Ну, как бы это у нас такой кубик, тетрайдер, можно сказать. Там 4 всего лишь угла таких. В общем, следующий. У меня уже 377 остается. Минус 2, да ну! Капец, в начале прям уже минус 2. Ой, плюс 2, зашибись. Вот это вообще классно. Обратно вернул. Но я в итоге потратил-то минус 16 конфет. Тупо зря. Плюс 2. Нормально. Я, конечно, вообще на призы не смотрю, потому что они тут отстойные какие-то. Прям, ну, 20 танкоинов, 1000 кристаллов. Еще плюс 2, я вообще не смотрю вот сюда. Капец, я уже... А, ну, это половина уже. Ладно, дальше. В итоге я пока потратил около 50, наверное, конфет. Ладно, погнали, наверное, сразу прям вот подряд просто идти. Не хочу тянуть. Нет-нет-нет, блин, сначала вот плюс 2 было, потом раз и развернулось минус 2. Капец, уже 10 ходов сделал. Плюс 2. Блин, он назад-вперед, назад-вперед. В итоге просто минус конфеты идут. Плюс 1. Найс. Это еще даже не половина. Капец. Не знаете, мне кажется, его не просто кидают, и у него там какая-то программа есть, с которой он просто определенное количество раз должен его откинуть назад и вернуть обратно. То есть, смотрите, у меня было 409, сейчас 240, 160 я уже потратил. Получается, у меня еще осталось 40 штук, чтобы я дошел до сюда вот.
понимаете, 40. Это я в среднем посчитал, вот у всех, кто ходили вот в этой игре, у ютуберов посмотрел и вообще у людей просто поспрашивал, они говорили то, что в среднем 200 конфет уходило на первый круг. То есть 210, 220, 230, а у кого-то еще по 170, по 180, то есть там вообще вот, вот этот вот рандом гуляет плюс-минус 30 где-то. И это в итоге первый круг. Я потратил на него, ну, у меня было 409, стало 177, блин, это просто вообще нереально, мне кажется. Я потратил на первый круг больше, чем сейчас у меня есть на второй круг. Ну, я думаю, вы поняли, что я сказал. Дальше. 2-2, остается 2. Пожалуйста, не минус. Почему мне кажется, что это минус 2? Остается 2 шага, понимаете? До кризиса и паладина XT. 2 шага. 1, 2. Все. У меня остается 17 конфет. Это 2 хода, 2. То есть давай +1, +1. Но ни в коем случае не минус 2. Я тебя очень умоляю. Вот очень прошу тебя. Пожалуйста. +2! Я прошел второй круг без доната. Получил кризис. И скин паладин XT. Без доната. Вот ни копейки я ничего туда не вложил. Это все реально без доната. Я все эти конфеты поймал в битве. А заданий получал в этих вот ежедневных. И вот прошел второй круг. Кстати, мне понадобилось на это ровно 50 ходов.